наши из Волгограда. В синюю углу ринга приглашается Илья Сатчиков. Разрешите представить вам соперника и первым стоящего слева от меня в красном углу ринга. Его официальный вес 70 килограммов. Он является призером чемпионата Волгоградской области. По ушу Санда представляет бойцовский клуб «Империя» Эдвин Рустанда. А сейчас представляем вам соперника, стоящего справа от меня, в синем углу ринга. Его вес 70 килограммов. Он является призером чемпионата Волгоградской области по боевому самбо. Представляет бойцовский клуб «Пересвет» Илья инструкции рефери нашего турнира. Скажем, что Али Наталья что тренер сыграл уже. Заканадзе не хватает. Ваши аплодисменты, друзья, мы начинаем. Формула боя 2 раунда по 5 минут. Владельцы, все это вот мой Эдвинс в борьбе. В борьбе Эдвин Дикову. А уж это уж моя совсем. Он специально с ним будет. Где он будет? Глупо, он будет вперед в это явно ты бежишь, пацаны. Давай! Уходи, Терцель.
Все сон делает. На своем месте, иначе я остановлю и дам вам за это вашему бойцу. Скидывай, скидывай!
а там камера просто. Эдвин! Дамы и господа, для награждения этого поединка на ринг приглашается директор компании «Автоэрудит» Максим Рубцов. Дамы и господа, в первом поединке сегодняшнего соревновательного вечера на первой минуте 25 секунде второго раунда досрочную победу удушающим закладом одержал Эдвин Русталя! Дамы и господа, я в свою очередь попрошу вас поаплодировать спортсменам первого поединка нашего вечера. Спасибо. Аплодисменты спортсменам. Эдвин. Жестокие, конечно, мужчины. Предлагаю немного отвлечься и посмотреть на отличный танец. Шоу-балет «Мистерия». Аплодисменты, друзья, давайте поддержим.